На суетливой, деловито озабоченной московской улице на них обязательно обратишь внимание. Да и не мудрено, потому что сразу видишь, это люди, у которых сегодня праздник. Праздник у ткачих и прядильщиц, у швей и обувщиков, у людей многих других профессий, работающих в нашей легкой промышленности. Всего их 4 миллиона, и по традиции лучших из лучших приглашают на этот праздник в столицу. Первое воскресенье июня. В первый раз проводит его в Москве Анастасия Ивановна Веременкова. Она ткачиха, вот уже 23 года, и все на Минском комвольном комбинате, и все в одной и той же должности. Любимой? Да. Легкой? Нет. Какая же легкость, если работает она на 16 станках за двоих. Принимает смену от двух сменщиц и сдает двоим. За рабочий день проходит вдоль своих 16 станков 17 километров 800 метров. Наработала в нынешней пятилетке сверхплана 228 тысяч метров ткани. Гордится своим трудом. На оптовой ярмарке в столице ткани Минского комбината в хорошем ходу, спрос на них. Гордится домом своим в Минске, мужем, сыном. Гордится своими трудовыми наградами. И этим праздничным днем, по праву проведенным в Москве, тоже будет гордиться. И встречей с лучшими людьми своей профессии, и этим призом имени ткачих Виноградовых, полученным из рук самой Марии Ивановны Виноградовой. Мечта? Ну, как и у всех, конечно, есть своя мечта. Помните, как в сказке? Я на весь бы мир одна, наткала бы полотна. За что вы любите свою профессию? Я люблю свою профессию за то, что мне нравится выпускать красивые и добротные ткани, чтобы наши люди ходили очень красивыми. В общем-то, все и мужчины, и женщины были красивыми.